Жителям промышленного района вручили новогодние подарки. Малоимущие многодетные семьи, одинокие мамы и семьи с особенными детьми получили продукты для новогоднего стола и сладости. Это очень приятно, это очень хорошо, когда наши семьи такие поддерживают. Сложная ситуация, у меня двое деток, у меня полная семья есть, муж, находимся в такой вот ситуации пока. А вообще очень благодарна за такую помощь школе, помощь дворам, которую оказывают. Очень замечательно. Мы благодарны очень таким подаркам. Неожиданно, конечно. То, что мы побывали здесь, это очень приятно. Спасибо большое. Мне очень понравилось. Мне тоже очень нравится. Я хочу сказать большое спасибо. Для детей подарки очень приятно к новогоднему столу. И я думаю, детям очень нравится. И надеемся, что будут помогать деткам на постоянной основе. Это очень приятно. Забота и участие. Местные жители получили все необходимое, чтобы торжественно отметить Новый год. В этом ставропольцам помогли спонсоры мероприятия и представители городской думы. Мы подарили продуктовые наборы для праздничного стола, куда входят, соответственно, стандартно, наверное, в России у всех стандартные столы праздничные, нарезки, шампанское, фрукты, все, что может быть нужно, и все, что понадобится, я думаю, они там обязательно найдут. Была такая идея в микрорайоне сделать марафон добрых дел. Вот этот марафон, в добрые дела входило все. И субботники, и уборки территорий, и благотворительные акции всевозможные. Активное участие принимал в этой акции Гермес, в этом благотворительном марафоне. Много компаний принимало участие, много людей откликнулось. Не у всех есть возможность собрать стол, и, к сожалению, Гермес это сделал. Мы же присоединились к этой компании и всем, кто пришел с детьми, да еще и выдали подарки. Теперь дети и взрослые промышленного района готовы к праздникам. У них есть все, чтобы встретить Новый год с близкими и родными. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, Илья Панкратов, АТВ Ставрополь.